потрясения, нет террора, нет ничего, это незаконно. Если хорошо, это чужое имущество, просто чужое имущество. Ман турман, смотри. Кесилмен. Ертеге ары рахнамайыз. Китке өтіп қойғанды, сізге ең жүрсіз кәзе емес омалды. Өз атыра сүшейті. Мән, өз атыра сүшейті. Мән, мән, жолды. Ака, вы будете сүшейті? Да, да, да. Не, он будет сүшейті. Я буду сүшейті. Вы тоже сүшейті? Кесе. Кесе, ты одан жауап берді. Қарор, бұрма? Қарор. Расмин, қарор, бұрма? Тоқатмама. Бұл үшін бұл сүшейті? Это незаконно же? Курсатмы нет, судебного решения нет, документа нет, никаких бумаг нет, вообще ничего. По устному приказу сейчас портите чужое имущество. За что? Вы можете обращаться в суд, если мы портим ваше имущество. Вы сейчас совершаете преступление и говорите, я иди в суд, что ли? Как это так? Завтра придут сносить дом, скажут, тоже идти в суд, что ли, получается? Вы против предпринимателя получается, или что, я не понимаю? Мы налоги кому платим? Вам налоги платим, получается, за то, что вы нас резали? Вы хоть на один вопрос можете ответить? А что тут делать? Это же уголовное преступление, какой суд? Ну, тогда мы сюда сделаем. Эй, милиция! Что там милиция стоит, смотрит, как вот это делается все, я не понимаю. Милиция? Да. Закона нету, оказывается. Закона нету, оказывается? Да. Конституции тоже нету, оказывается? Раньше был побой. Когда бедно работали. Ребят, вы под суд завтра пойдете. Вы знаете это? Слышь, Алина, о чем говоришь? Я так сейчас. Ладно, ты около 100 конструкций, чистка началась где-то с 9 апреля, внезапно, без предупреждений, нет никаких ни судебных решений, ни решений Хакима, ни города, ни района, ни кабинета министров постановления, ничего не, к сожалению, нам никто ничего не дает, и, наверное, сейчас видели, как я пытался у заместителя Хакима добиться хоть каких-то ответов, он просто молчит, уходит от ответа. У вас на глазах была жестоко демонтирована конструкция, несмотря на мою просьбу прекратить произвол. Но смотрите, если сами конструкции считаются уже около 100 миллионов сумм, упущенная выгода, я сейчас где-то около 20 миллионов. Это вот именно если ближайший месяц говорить. Плюс мы сейчас должны расторгать договоры, возвращать средства обратно клиенту. Ну, убытки. Ну, около 130 миллионов точно это будет все. За последние 10 дней. Мы бы никуда не делись, мы бы согласились с решением администрации города или кабинета министров. Ну, я думаю, конечно, если бы мы именно сели бы за стол, договорились бы, если бы нам сказали, что нужно сократить конструкции, что город некрасивый, если бы нам дали срок еще побольше там поменять на LED, высокотехнологичный, потому что 2020 год для нас был тяжелым годом из-за пандемии. К сожалению, для нас никаких льгот не предоставлялось. Мы пострадали очень сильно. И поэтому мы не успели выполнить 104-е постановление Кабинета министров физически. И нам не давали, мы подавали письма на изменение формата на LED-экран, нам отказывали. И сейчас нам поставили мораторий, запретили нам ставить мониторы.
То есть мы сейчас просто молча наблюдаем, как нашу конструкцию отрезают, а мониторы ставить нельзя в данный момент. Если бы нас собрали, если бы нам письменно дали оповещение, решение, ну, мы, конечно, не могли бы уже сопротивляться. Мы бы начали своими силами демонтировать данные конструкции. Естественно, мы бы по ночам бы это не делали. Мы уже 11-ю ночь не спим абсолютно, потому что все демонтажи происходят ночью. Конечно, все хотелось бы, чтобы все было в официальных рамках, а не как сейчас. Мы все мечтаем, чтобы это все остановилось. Потому что если это будет происходить дальше, то нас всех не станет. Мы останемся без работы, наши сотрудники останутся без работы, мы перестанем платить налоги в бюджет, и очень много рабочих мест освободится, и, к сожалению, люди останутся без работы и без средств к существованию. В этой конструкции необходимо ставить там, где это экономически целесообразно. Там, где нет светофоров, остановок, перекрестков и так далее, ставить в эту конструкцию не имеет никакого смысла, потому что поток не видит рекламу абсолютно. Клиенты наши отказываются от ВЭД-экранов в пользу билбордов. Они не хотят абсолютно размещаться на них практически. Только некоторое мизерное количество имеет желание это делать. А 104-е постановление требовало до конца 2020 года поменять на первостепенных улицах до 31 декабря поставить ВЭД-экраны, но нам на руки в письменном виде никто не давал список, перечень официально. Никто не давал абсолютно. То есть мы не можем даже догадываться официально, какие именно улицы являются первостепенными, второстепенными и так далее и тому подобное. И нам никто не давал никаких предупреждений официальных, никто на нас не подавал в суд, не было никаких оповещений, все происходит внезапно. Абсолютно. Но я очень часто бываю в Москве, и билборды там стоят на месте. Да, в центре нету больших форматов. Маленькие форматы присутствуют, конечно. ВЭД-экраны в небольшом количестве. То бывает в Москве, это могут подтвердить. Билбордов очень много по сей день. И их никто не режет там абсолютно. И в Российской Федерации предусмотрено законодательством, что даже если вдруг конструкцию нужно убрать, то предусмотрены компенсации за это место. И все это в законном порядке происходит по обоюдному согласию сторон.